Привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем делать видео на реакцию видео. Короче, будем делать реакцию на канал SCP Backrooms. Кстати, самое главное то, что... Минуточку. Извиняюсь. Сегодня мы будем делать реакцию на видео... Ой, короче, делать будем реакцию... Сами знаете кого? SCP Backrooms. И самое главное то, что я завтра на него не буду делать реакцию, потому что мне уже кажется, что это какой-то перебор. Делать одни и те же реакции на одного человека. Хотя я же делал реакции на других людей. Ну, это в конце. Как вы видели по прошлой реакции. Но все-таки это какой-то для меня уже перебор. Ну, в дальнейшем буду тоже делать реакции на видео SCP Backrooms. А так-то мы приступим к первому видео. И, кстати, мы будем 3 видео смотреть его и одно дополнительное. Ну, это уже другого канала. А мы уже начинаем. Вот мы уже тут. Теперь нажимаем на вот эти. Хотя не нужно мне было вот так показывать. Вы знаете, куда нужно нажимать, чтобы сделать вот так. Привет, с вами SCP Backrooms. И сегодня... И довольно странно, конечно, что я уже в последнее время снимал Взлом ТВ. Хотя у меня первое видео было про Взлом ТВ. Ну, реакция. Реакция в реакцию, как говорится. Кстати, кто не видел это видео, вот то, которое сейчас говорю, ссылку в описании оставлю. Про реакцию на Взлом канал Россия 1. Ну а мы начинаем. Ну и насчет вот этого, это не очень даже странно. Странно. В принципе, я его смотрю уже как будто уже каждый день, но не каждый день. Так что в этом ничего нет странного. То, что он смотрит там взломы, там ТВ и всякое такое. Пискари смартфон, три смартфон, приготовил мегафон. Персональный веб-аппарат, три смартфон, по три пискари смартфон, приложение мегафон. Хорошее начало его видео. Ну, точнее его, которое мы сейчас оба с ним смотрим. Сколько тут цифр? 7. Давайте посчитаем вместе, ребятки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22. Цифрик. Ой. Ну, вы поняли. Ладно, приступим. В начале видео была профилактика. Помехи. Реклама «Ты тряси, тряси смартфон» с пародирующей песней. Ну, это я так не думаю, то, что это что-то связано, вот эта реклама с взломом. Я так не думаю. В это время появляется какой-то чел и надпись как расшифровать? Ты сгоришь в аду. Ты в аду. А, я что-то перепутал, извиняюсь. Так будем. Буду так называть это, ты в аду. Потом на 3 секунды появляется чудовищное изображение Казеди под громкий мужской крик.
опять помехи. И за на 3 секунды появляется реальное фото изображение Михаила Тапочкина. Ну, или тоже, как мы называем Казани, как мы называем мем, но Михаил Тапочкин или Шизаил Шапочкин — это настоящее имя. Для тех, кто не знал. Далее, потом на кровавом фоне появляется Санс из Undertale с числами 7777. А почему мне он что-то как-то не похож на Санса из Undertale? Он что-то не похож. Но если бы у него было бы вот эта синяя-голубая штучка, точнее синяя штучка, которая у него в глазе бывает и появляется. Ну, я просто не шарю за Undertale, вы уж извиняете. И, кстати, давайте посчитаем, сколько цифрок семерок и весь. Ладно, продолжаем. 7777777777777. Кстати, тут 22. Вы уже так и так в курсе. 7777777777. Ну вы поняли. Которую точно. 7777777. Говоря, забыл, быстро крутится. Потом появляется нарисованное какое-то существо под громкий мужской крик. И в конце профилактика. Видео, конечно, фейк, так как по двум причинам могу объяснить. Первое. Нет такого телеканал ФТВ на самом деле не существует. Это вымышленный телеканал автора. Второе. Второй раз, когда шли по... Да мы уже и так в курсе. Помехи. Логотип ТВ не пропадал. А в первый раз, когда шли помехи, пропадало. А во втором нет. Видео, конечно, неплохо. 10 из 10, так как... Мне тут понравился Ансанс, ну, на кровавом фоне. И такое ощущение, что он словно из артов будто взят. Не, серьезно говорю, будто из артов он... Я еще раз говорю то, что он чуть не похож на Санса из Undertale. Вы можете мне, конечно, писать в комментариях, я с вами не спорю, но мне он что-то не похож. Взят. Не, я говорю серьезно, правда, я говорю серьезно. И еще какое-то нарисованное существо там, но... Вообще, да, это как какое-то нарисованное существо. Почему оно мне понравилось, я не знаю. Сейчас, подождите. Ну? Ну, мы продолжаем. Точнее, досматриваем конец видео SCP Backrooms. Полите и пока. Пока. Ну, мы уже досмотрели. Ну, а мы же с вами еще же не прощаемся, потому что мы уже второе видео уже начинаем смотреть. Ну, а мы тем временем уже начинаем это делать.